Да-да. А, да? А, ну давай. Что давай? Да, это не в этом смысле. Давай, это не типа... А, ну давай. Ну типа... Ну ты понял. А, ну давай. А, да? А. Ну давай. Всем привет, друзья. Меня зовут Векшита. И как вы уже поняли, тема сегодняшнего ролика — биология. У нас очень давно не было биологии на канале. А почему? Потому что мы не могли придумать крутые вопросы. Друзья, итог меня очень сильно порадовал, поэтому приготовьтесь, сегодня будет реально интересно. Друзья, я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Меня зовут Векшита, а мы погнали работать. Меня зовут Артур. Артур, сколько вам лет? О, это секретная информация для любителей Джеймса Бонда. Образование? У меня это секретная информация. Кем работаете? Я катаюсь на самокате. Привет. Привет. У меня к тебе один вопрос. Кем ты планируешь стать? Человеком. Кирилл. Кирилл, куда поступил? А, колледж управления сервиса «Стиль». «Стиль». Да, «Стиль». Стильный стиль. Ну, учусь в 11 классе. Планирую в институт поступать. Вопрос сходу. Планируешь ли ты сдавать ЕГЭ по биологии? Нет. Жаль. Александр Иванович. А какое у вас образование? Высшее. На кого вы учились? Юрист. Гриша. По биологии сколько? 6. Поверь. Хорошо. Варя. Какой класс? 8. Варя? Да. Охарактеризуй себя в 3 словах. ИХЗ. Никак? Нет. Маляка. Сколько лет? 16. Что задумалась? Ну... 15 все-таки. Нет, 16. Гриша, все хорошо? Нет. Я на самом деле биолог. Вот. Серьезно? Да, по образованию. Ты точно сейчас хочешь, чтобы я тебе ответил? 100%. Ну ладно, я шучу, ну давай, погнали. Не угадываю. А, ну это печень. Ты уверен, Гриша? Да, да, конечно, это печень. Все 12. Да, я видел в рекламе, там печень такая из алкоголя хуже становится. Мы не рекомендуем никому пить. Я тоже не рекомендую, как бы. Да. Печень. Печень. Печень? Да, это печень, молодец. Печень? Печенка? Печенка, молодец. Это печень. Браво, это печень. Очевидно же, что это печень. Но она же... Ну, когда... Ну, бухает вот, которая алкашку там всякую. А, показывает этого чувака, вы оттуда, по-моему, сфотографировали. Печень. За что она отвечает? За обрабатывание жидкости в организме. Не могу сказать. Могу дать подсказку. Этот орган очень сильно страдает при алкоголизме. Печень. Это печень. Так, сейчас вспомню. Это труба в горле, глотка. Глотка. Ну, не знаю. Как понять глотка? Ну, глотка, ну, как бы. Гортань это? Это не гортань. Сука, я уже не заработал косарь. Нет, попыточка номер 2 есть. А, две попытки, да? Для вас есть. Ах, черт тебя дери, но... А, смотри-ка, ты прав, и мне не следовало торопиться. То есть это туда, куда спускается пища? Да? Совсем нет, это дыхательный орган в виде трубки. Дыхательная трубка? В принципе, логично. Гортань. Гортань. Да. Какая оценка по биологии в школе была? 3. Это не гортань. Гортань. Близко, но нет. Пищевод. Глотка. Есть такой орган? Или гортань, я не знаю. Ну, это гортань. Это не гортань. Да? А, ну... А, ну тогда... Почки. Почка? Почка? Да, я думаю, почка.
чё ты бы подрал? Какая-то красная херня у нее в горле, вот и все. Горло заболело просто. Да. Ну, их две у человека. То есть ты считаешь, что это почка? Ну так, похоже, издалека. Да. Да-да! Дыхательный орган в форме трубки. Ну, знал, не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Форме трубки. Давай дам тебе три варианта на выбор. Гортань, бронхи, трахея. Гортань? Гортань, трахея, бронхи. Глотка. Глотка. Давай трахея. Молодец, это трахея. Ты не волнуйся. Трахея. Отлично. Она самая. Трахея. Уверен? Да. Ох. Да, глупо на такое не ответить, конечно. Почему глупо? Потому что я забыл. Что смешного? Предположения в голове смешные. Не знаю. Ну, да. Но знать я это должен, но я забыл, не помню. Почему должен? Должен. Возможно, мочеполовая система. Да, это орган из мочеполовой системы. Ну, могу тебе дать подсказку, у тебя его нет. У меня его нет, значит, это что-то женского. Понимаю, что женский назвать не смогу, не смогу. Может, лимфоузлы? Матка, что ли? Ну, кстати, близко, но не матка. Лимфоузлы? Ну, возможно. Где они расположены? Ну, здесь вот. А по центру что? По центру... Может, трахея та же самая. То есть два лимфоузла и трахейка. Да. Но это яичники. Яичники. Да? Да. Что, так просто яичники? Да, да, да. Это яичники. Ну, я знаю, что вот это яичники. Это яичники. У девочек. Да. Яичник, что ли? Не яичники, знаю. Наверное. Яичники, да. Да, они самые. Опять ты с этим горлом ко мне пристаешь. Но опять что-то красное у этого чувака в горле. Сначала труба красная, сейчас у него какие-то яйца в горле красные. Это бронхи. Это не бронхи. Я не знаю. Гланды. Это не гланды. Миндалины? Нет. Жаль. Миндалины, ёб твою мать. Нет, это не миндалины. Ну, знаешь, подбородком... Подскажу, это железа. Какая? Гортанная железа? Так. Это железа какая? Немолочная. Точно не молочная же. Точно не молочная. Какая-то железа. Какие знаешь железы? Никаких. Так, щитовидная, может? Это щитовидная железа, да. Щитовидная. Сейчас, я помню, это щитовидная железа, кажется. Блестящий, Гриш, блестящий. Ну, гений. Чистый разум. Да, сегодня побрился, поэтому гений. На что похоже? На почку похоже. Почка? Но это нет, это не почка. Это не почка. Так. Подожди-ка, это... Хотел крикнуть сердце, но что-то какое-то маленькое оно. А это что за черви там у него в кишечнике? Вы что тут показываете вообще? Селезенка, наверное. Нет. Да. Нет. Нет, селезенка, она, по-моему, под желудком. О, это... Селезенка, кажется. Кажется. Ну, это селезенка, да?
Нет. А, тогда сейчас, сейчас, это аппендикс. Нет. Тогда не знаю. Ну, это явно не сердце, как бы. Молодец. Трудно для меня, не мой интерес это совершенно. Я бы вам по истории, там, по респонденции что-нибудь наговорил бы гораздо интереснее. Так, это у нас какой-то пузырь. Какой? Что-то в печени или это перед ней? Какой пузырь? Какой-то, не знаю. Нет, тоже не знаю. Печень видишь? Да, печень вижу. Пузырик под ней. Это не... Это пузырь. Мочевой пузырь, что ли? Выглядит интересно. Не видел даже. Какой пузырь-то? Ну не мочевой ведь. Ну не мочевой, он... А какой? Он ниже. Какие пузыри есть? Желудочек какой-нибудь. Желудочек? Не знаю. Нет. Ну желудочек же в сердце. Желудочек не в сердце. А где? В смысле? В душе. Какой желудочек? Я не понимаю. Это слишком маленькое. Домашнее задание. Посмотреть здание. Строение сердца. Это сердце? Это не сердце. Это не сердце, ну вот. У нас недопонимание с тобой. У нас недопонимание. Да-да. А, да? А, ну давай. Что давай? Да, это не в этом смысле. Давай, это не типа... А, ну давай. Ну типа... Ну ты понял. А, ну давай. А, да? А. Ну давай. Ну что ж, твои комментарии после того, как ты ответил на все вопросы? Пойду учись матчасть. Давай. Интересно, вот когда вот смотрите вас на ютубе, со стороны кажется то, что либо вопросы легкие, но вот когда подходят тебе и спрашивают, ты теряешься и сложно. Спасибо тебе за участие, дружище. Хорошего вечера.